Свыше 1,5 миллиарда людей в 120 странах подвержены болезням, связанным с дефицитом йода. Фактическое среднее потребление этого минерала жителям России в 3 раза меньше установленной Всемирной организацией здравоохранения годовой нормы. Профилактика дефицита йода имеет высокую социально-экономическую значимость. По словам директора Института экологии и природопользования КФУ Светланы Селивановской, Республика Татарстан и Поволжье в целом являются йододефицитными территориями. Решая эту проблему, сотрудники института разработали технологию термической переработки куриного помета с получением пироугля. Затем пироуголь был модифицирован за счет дополнительного включения минерального йода. На полях компании-партнера провели эксперимент по его использованию. В результате ученые пришли к выводу, что использование такого угля увеличивает урожайность культур и улучшает качество зерна. Таким образом, используя модифицированный пироуголь, можно сделать почву более плодородной, а также получить обогащенные йодом функциональные продукты питания. Удобрение разрабатывалось в течение 3 лет. Теперь компания «Агросила» сможет выпускать его и использовать на своих полях. Правообладателем патента при этом является Казанский федеральный университет. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюс.